Очень похоже, где-то тут был фундамент. Пригорочек такой. А вот под этого бревна прям сигнальчик идет. Так. Ух ты! А что это у нас? Вон моя машинка, а вот здесь хороший сигнал. Очень. Часть старой дороги, вот дальше ее распахали, а здесь нет. Очень хороший сигнал. Такой игнорировать нельзя. Ух, смотрите, тут какой-то песок с камнями. По-моему, еще ходил какой-то лось, судя по всему. Ну-ка. Где-то тут, но не выбил. Но близко. Что-то жужжит, а что не... Ау, смотрите, что жужжит. Ух ты. Большое медное кольцо. Что это такое? От чего? Привет, друзья. Погода установилась отличная. Так что проездом по делам решил я одно место проверить интересно. Вон, видите, там за кустами видно заборчик, там деревушка. И вот эта вот часть, вот это старая дорога, которая туда шла. Нет, вот это. О, неправильно показываю. Вот она. Вот старая дорога. Нашла. А потом ее распахали частично. И вот сейчас был сигнал, это я выкопал какое-то кольцо медное непонятное. А вот второй сигнал сейчас покажу. Вон, видите, до деревни 100 метров. Так, где сигнал-то был? Вот он. О, смотрите, что лежит. О, уже успела высохнуть монетка. Может, вообще не глубоко лежал. Сигнал-то был гораздо хуже, не стал снимать. Смотрите, какая здесь... Ух ты, классно видно, как хорошо. 1940 год у нас здесь, свастика. Это у нас фашисты обронили здесь 10 фенингов когда-то цинковых. Вот так, отлично. Уже находка есть. Вот у нас опять очень хороший сигнал. И неглубокий, судя по всему. Выбили. Ну что, в прошлый раз было медное кольцо с похожим сигналом. Но этот поменьше объект, судя по всему. А? Ребята, хе-хей. А монитосик медный выпал. Маленький, смотрите. О-о-о! Ух ты! Я думал, будет пол копеечки николаевских. Когда второй, это у нас 1/2 копейки серебром. Вот это да, смотрите-ка. Это у нас Николай I. Да, по-моему, 1841 год, если я могу правильно разглядеть. Смотрите-ка, монитосик какой приятненький. Отлично. Вот видите, здесь прямо на краю поля, где прошла дорога, вот такой кусок керамики. Отличный признак. Так, он, видите, копал ямку, наткнулся на камни. Почему? Сначала был очень хороший медный сигнал, но оказалось, что это не все. Вон, смотрите, еще. А это лопатой очень трудно копать, потому что там все в камнях, просто все. Поэтому копать будем вот этим грозным инструментом. Специально для таких задач приобретенным. Им легко подковырнуть что-то с одной стороны, с другой стороны заглубиться между камнями. И в третьей не повредить искомый объект. Мало ли там раритет какой. Это, конечно, не похоже на раритет. Это похоже на что-то медное, возможно, посуду. Ох ты, ёкарная. Ну, потихоньку освобождаем, вон она. Загибается что-то такое. Ух, не могу вытянуть, сейчас вытащу, покажу. О, ну, неудивительно, что сигнал был хороший. Смотрите, какая штука выпала медная. Это именно медь. Или, возможно, латунь, но больше на медь похоже.
Кто скажет, что это было, от чего отвалилось? Увесистая. Вот так-так. Только что мужик ко мне подходил, говорит, не надо по полю ходить, попросил, говорит, что оно частное. Ну, а я не знал, думал, колхозное. А это фермерское поле, значит. Ну, в принципе, на нем особо ничего и нету. Только по краю дорога шла. Поэтому я зашел сейчас в лесок, гляньте, как красота, птицы поют. Посмотрю, тут еще пару точек. Тут через лес тоже шла старая дорога, переправа была. Глядишь, что-то интересное и поднимем. Так, по полю носятся машины. Это новая дорога, а вот она старая, гляньте. Я ее нашел, вот она так идет, вот край поля. Тын-дын-дын, и дальше превращается, можно сказать, уже в болото. Во как. О, а тут-то вон какая жизнь, глядите, кипит. Лягушек уже повылазило. Класс. Решил все-таки по лесу особо не ходить. Смотрите, как тут еще одно поле обнаружилось. Рядом с таким озером могли и жить. Вот там. И вон там тоже. Интересно. Вот, друзья, гляньте, находочка какая. Интересно, от какого это автомобиля отвалилось. Кто разбирается? От Жигуля, наверное, какого-то, нет? Вы только посмотрите, тут через лесок прошел на следующее поле, увидел, что, о, распахано. Сейчас на него пойду, но тут кто-то шурфил. Фундамент явно, просто, гляньте, деревья, вон, корни аж торчат здоровые. Нарыл железо, горшков, наверное, золото накопал. Гляньте, сколько тут интересного всякого железа. Подкова, вон, ножик даже лежит. Топорик. Боевой. Вон еще всякие лопаты и прочее. Тяпки. Вот это да. Такое рота копателей поработало. Ощущение. Главное, ямку-то не закопали. Хотя тут такая ямка. Вот, друзья, гляньте, среди всякого железа выкопал вот такой топорик. Небольшой, зато целый. Смотрите, какой хорошенький. Может, еще и восстановить удастся. Легкий небольшой топорик. Отлично. Смотрите, какой звонкий металл еще, а? Крепкий целый топорик. Обалдеть. Во, видите, как стена шла. Очень давно дома нет. Смотрите, какое дерево-то выросло здоровое. Вот, товарищи, отвалил я вот такой камень здоровый, видите? Потому что показался рядом с ним сигнал цветной небольшенький. Копнул его. И правда есть. Но сигнал не медный. Так что может быть и фигня какая-то, но четкий. Сейчас проверим. Так, ну что ж ты скажешь? Какая-то, наверное, шляпа. А не, не шляпа. О, товарищи, конечно. Хочется себе найти какую-нибудь перью классную, но у нас выпала одна копеечка советская. Сейчас посмотрим годик. О, какие-то комары уже налетели. Вот такая копейка, 35-й год у нас выпал. Берем. Видите, вот столбик стоит, отмечающий границы квадратов, да? Вон туда пошла межа. А вот, видимо, это его предшественник лежит уже совсем сгнивший. Давно упал он. Да, пора мне из леса выходить, скоро стемнеет. А тут сигнал хороший из-под большого камня. Вот тут вот, вот каменюка какой. Видите как? Кошель серебра или сундук золота. Ну, не устояла, конечно, решил копать. Пока светло. Смотрите, какую яму еще выкопал. Корни всякие. А там вон что лежало. Вот что это у нас такое, а? Где клад-то? Вот что она хорошо звучала. Дырка есть. Закольцованный металл дает хороший сигнал очень. Вот так-то.
Там как-то далеко собаки лают какие-то. Все-таки, наверное, это был дом тоже. Видите, камни торчат из земли как. Пошел я здесь, походил, походил. И вот что выпало, смотрите. Ребята, это у нас колечко. Колечко, колечко. Обручальное, медное. А может серебряное. Не, медь. Отлично. Вот и медяшка выпала какая-то с надписью. Не могу пока понять, что она не написана. Не по-русски, по-моему. Во. Скорее всего, немецкая вещица. Ну что, солнышко село, гляньте. Небо ясное. У меня вот на поле вот такой патрон выпал. Красота. Но патрон мы не берем. В кусты его. Ё-моё, впереди какой-то бригадир едет. Вы только посмотрите. Дом перевозят. Никого не пропускает уже километров 15. Были полосы обгона, ни разу не съехал. Легковушек уже насобирал, целый паровоз за собой. Вот такие вот товарищи у нас ездят по дороге. И опять не уступил никому. Вот же падла, а. А людям приходится рисковать, чтобы обогнать этого козла. Ёбка-ломане. Так, ну рядом с деревней, конечно, начинает попадаться мусор более современный. Кто-то, смотрите, выкинул, по-моему, магнитолу из машины. Модель уже неизвестна. О, видите, груша растет. Земля черная и крапива. Тоже признак жилья, между прочим. И вот сигнальчик был. Не очень был сигнальчик, причем глубокий. Но мы сейчас посмотрим вместе с вами, что за он. А он у нас оказался пуговицей. Товарищ, я думал, это монета. О, слушайте, он все равно с рисунком каким-то. О, посмотрите-ка. Здесь у нас орел имеется. Не просто так пуговка. Имперских времен. Так я и думал, что это не советская. И наоборот, вот так вот. Хорошо. О, что-то горело и плавилось. Видите как? О, видите, всякие кости валяются. Вот такие кусты. Очень похоже, где-то тут был фундамент. Пригорочек такой. А вот под этого бревна прям сигнальчик идет. Где-то тут. Ну, как-то похуже он, чем у той монетки. У деньги, но прерывистый. Может, не добивает прибора, может, железо. Бывает, железо так бьет. О, видите, стекло какое-то лежит. Подкапывать под это дерево. Вон еще стекло. Посмотрим. Ох, неудобно. Что-то не добиваю я. Сейчас пинпонтером проверим. Сигнал вроде есть. Неглубокий или глубокий, непонятно. А нет, вот тут. Довольно выраженный сигнальчик. Жужжит. А что не видно? Что-то там у нас жужжит. Так, ребятишки. Ух ты! А что это у нас? А, что это такое? Казалось, сначала серебро, но это какое-то... Что-то странное. Это вообще монета, слушайте, а? Не, ну похоже на монету. О, товарищи, слушайте, это полтинник, я вижу орла, вон она корона. Только, похоже, ему кирдык пришел. Смотрите, он, наверное, попал в огонь. Вот, я вижу портрет Николая, покрылся пузырями прямо.
На гурте видно буквы. Год уже, наверное, не разобрать будет. Ё-моё! Такую монету уже можно тереть смело. О, слушайте, может, год получится разглядеть. Может, какой редкий. Смотрите-ка, 1899, я вижу. Чем расплачивались с мельником-то? Не только картошкой. Да, у кого-то и денежки были, оказывается. О, солнышко выглянуло. Слушайте, ну надо же, а серебро убитое попалось. Но, тем не менее, номинал-то какой, хо-хо. Не каждый, я бы сказал, месяц, да какой месяц, не каждый сезон полтинник-то поднимаешь. Ну, вообще-то оказалось не железо, как выяснилось чуть позже, гляньте. Просто много железа рядом, да еще пуговица такая не самая лучшая. Но советская пуговка, смотрите, с этой стороны ничего выглядит. Ух, какой пузырек выпал интересный, гляньте. Почти целый. Вон уже пожарная полоса, это где я Павла поднял в тот раз. А тут вот сигнальчик, небольшой, но хороший. Я его уже выбил. Пока не знаю, что. Жужжит, жужжит, и ничего не видно. Ребятки, это монета. Я был почти уверен. Вот она. Сигнал был хороший. Оу, точно. Это оно. Польша. Это у нас, ребята, 10 грошей. Польская серебришка. О, тоже 1840-й, наверное, самый распространенный годик. С этой стороны у нас российский орел. Вот так. Вот, сполоснул водичкой. Гляньте, вполне еще все читается. Ну, отлично. Так, друзья, вот тут сигнальчик был хоть и глубокий, но цветной. Видите, керамика выпала, кстати, из ямки. Вон он лежит. О, довольно крупный монетос. Ой, а может и не монетос. Ёлки зеленые, неужели надувательство? Короче, товарищи, по-моему, это какая-то Катина монетка, из которой, по-моему, кто-то хотел сделать китайскую. Видите, дырка квадратная. Хе! Водают. Так, а тут сигнал, пожалуй, еще лучше. А может и не лучше. Примерно такой же. Демирка. Но тут уже не такая черная, кстати. Выбили. Вот. Вон что жужжит, смотрите. Товарищи. Кругляш, здоровый. Здоровый кругляш. Слушайте, ну это уже точно монета. Это точно монета, причем большая. Смотрите, какая здоровая. Не знаю, что за она. Сейчас посмотрим. Ого, товарищи, это у нас Павел. Это 2 копейки, слушайте. По-моему, 1801 год я вижу. ЕМ, если я правильно разобрал. Вся она в какой-то коросте покрыта, но не затертая. С этой стороны тоже покрылась. Я думаю, что отмочь. Вон гурт какой приятненький. Ух, класс.
Смотрите-ка, тут рядом что лежало. Какая-то забавная вещица. Может, это от оружия, слушайте. А может и нет. Смотрите, на ней еще какие-то буквы. АН. Может, и что-то другое. Кто знает, напишите, что это я такое поднял, а? Пока что-то ничего в голову не приходит. Не такой высокий, но четкий сигнальчик. Однозначно проверяем. Не, друзья мои, это что-то кругленькое. Ау! Это у нас, хоть и не пробка, это у нас пуговка. О, такая вот пролетарская. Гляньте, какая красота. Керосиночка у нас здесь была. Кто-то, возможно, книжечки читал при свете этой лампы. Ну или дырки штопал в носках. Так, надо же пойти посмотреть, что там. Это многообещающее место дальше. Мне кажется, он на том склоне за речкой. Ну, это не речка, конечно. Какой-то ручеек у нас. Ух. Так, перебрался я на эту сторону. Здесь такой пригорок интересный. О! И вот первый сигнал у нас. По-моему, кольцо колодезное. Точнее, с ворота в колодце. Это уже признак интересный. Так, а вот тут вот был слабенький, но довольно четкий сигнал. Мне кажется, там баратинка выпала. Вон, смотрите. Маленькая медная монетосинка. О! Ну да, точно. Стоп. О, ребята, слушайте, это не баратинка. Что там? Точно. Ребяточки, это Петр. Это Петр. Это полушка Петровская. Да, вот она. По-моему, ВРП. ВРПшечка. Полушка Петровская, 1700 какой-то, то ли 25-й, то ли чуть пораньше. О, смотрите. Вон он, орел. Не совсем еще стерся. Вот это да! Слушайте, это, наверное, сейчас скажу, четвертая полушка Петровская за вот пятый год я копаю. Редкая у нас монетка. Надо ездить в Россию за ними. А у нас в Беларуси редко попадаются. Вот это класс. Привет домой. Сын обалдеет просто. О, месяц молодой родился. Класс. А у меня находка выпала. О, ничего не видно. Колечко выпало медное. Пора фонарик включать. О, ребята, наконец-то хороший сигнал. Хожу уже здесь полчаса, скоро совсем темно станет. Это очень хороший сигнал. Ух ты ж. Это вам, конечно, не на поле копать. Сегодня мы тут нестандартный коп. Копаю в какой-то траве. Уху. И зарослым. О, что-то тут выбило. Вроде как. Червяка выбил. Так. Что-то у нас тут. Вот тут вот. Выбил, что ли? Вон. Во! Слушайте, монетос. Похоже, серебро. Слушайте, так, сейчас пинпонтер надо вырубить. О, нифига себе.
Это оно какое-то странная монетка, слушайте. Не могу понять, что за монета. На серебро похоже. Не, ребята, оно какое-то очень легкое. Слушайте, тут какой-то пенго написано, я сейчас разглядел. Что это такое? Что-то вообще странное. О, смотрите, там какой-то... Вот это да, я такого еще никогда не находил. Слушайте, а? Кто скажет, что это за монета? Пенга какая-то. Я пока не смог разобрать, темновато уже стало. В телефоне смотрю, не понимаю, что там написано мелким шрифтом. Обалдеть, алюминиевая монетка. Так, это я совсем рядом с деревней. Там уже огни горят, народ спать ложится. Что-то мне не спится. Гляньте, монетка выпала. На сей раз советики. Что-то их давно не было. Хе-хе. А вот и находочки, друзья. Ну что? Мне кажется, это один из моих наиболее интересных выездов. Смотрите-ка, у нас 10 монеток. И столько сопутки разнообразной. Приятно искать в таких местах, согласитесь. Много вещей я до сих пор не смог опознать. Например, вот это. Что это? Кто мне скажет? Здесь есть надпись. Звездочка и буква Н. Если это Н русская. Или H. На обороте тоже что-то есть. Непонятно пока, что за знак. Вообще, что-то за деталь я не разобрался. Или, допустим, вот эта пуговка. Явно имперская, но такого формата я никогда не видел. Орел в таком гербе. На обороте у нас надпись, смотрите-ка. МФ и С, кажется, Л или Д. Кому принадлежало, неизвестно. Но, конечно, больше всего порадовали меня монетки своим разнообразием и тем, что поменьше советов, побольше всякой разной империи. Ну, фашистов, ладно, считать не будем. Посмотрите на этого Павла. Две копеечки оказались в очень хорошем состоянии. Единственное, что еще надо очистить вот эту грязь. Она какая-то очень сильно минерализованная. Надо очень аккуратненько ее снять. А под ней, посмотрите, монетка совершенно не затертая. Лежала в земле себе, никого не трогала. Вот что значит, там не пахали. В том месте еще наверняка стоит поискать. А вот эта деньга, конечно, в худшем состоянии, 1731 год. Но, тем не менее... Читается монетка, читается. Ну и понятно, что домик сгорел, этого мельника, потому что состояние вот этого полтинника недвусмысленно об этом нам сигнализирует. Гурт еще читается, что здесь чистого серебра. Два золотника, да? 10,5 долей. А уже разглядеть подробности на монете почти невозможно. Но я смог разглядеть, что это 1899 год. Слава богу, хотя бы год можно узнать, но это уже просто металл. Из того, что порадовало, конечно, состояние неплохое у этих 10 грошей 1840 года. Хоть это и Белон, но тем не менее, они часто попадаются в гораздо худшем виде, а здесь даже перышки орла видны. Полушечка Петровская. Очень редкая находка, по крайней мере у меня, за все время их, наверное, 4 или 5 штук за 5 лет выпало. Вполне читаемая монетка, мне кажется, здесь 1720 год. На мой взгляд, это довольно распространенный ее вариант. Вот эта монета удивила, одно пенга 1941 года. Вот румыны, понимаете ли, тоже воевали на стороне Гитлера и, соответственно, теряли свои монетки даже у нас. Как-то они сюда принесли их. Но удивительно. В первый момент я подумал, что это серебро. Ну и немножко посоветов. Таким образом у нас, как я уже сказал, 10 монеток. Все довольно интересные, все разнообразные. И смотрите-ка, у нас есть 2 серебра. Так что программа по серебру выполнена, друзья. Спасибо вам большое, что вы это посмотрели. Ждем золота, конечно. И до новых встреч!